Для совместного решения вопроса в области федерального законодательства, которое касается всех регионов России, севастопольские депутаты подписали соглашение о сотрудничестве с парламентариями Красноярского края. 26 июля торжественное подписание документа прошло в стенах Законодательного собрания Севастополя. В рамках встречи гости поделились планами на совместную работу двух законотворческих органов. По сути, практически все вопросы, вот, например, мы за прошлый сезон у нас почти 650 различных, ну, я думаю, что примерно то же самое и у вас, да, различных федеральных, региональных инициатив, и практически все они имеют значение, ну, практически равнозначное для любого региона, потому что везде есть проблемы и в социальной сфере, и в организации дорожного хозяйства, и так далее, и так далее, и так далее. Участники делегации поделились впечатлениями от посещения Севастополя. Некоторые из них побывали в Крыму и городе-герое впервые. В первую очередь, когда начинаются какие-то взаимодействия, в первую очередь обязательно должны пойти, конечно, контакты по туризму. Потому что это самое простое, самое доброе. Значит, единственное, что нужно, чтобы наши регионы были связаны прямыми рейсами, то, что сейчас уже есть. И поэтому наша, конечно, задача более Красноярского края, конечно, более активно, что ли, продвигать себя, Красноярский край, чтобы крымчане, жители Севастополя узнали действительно и наш край. Уважаемые участники церемонии, объявляется подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным собранием Красноярского края и Законодательным собранием города Севастополя. Соглашение о сотрудничестве подписывает председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Борисовна Алтабаева и председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Викторович Свиридов. Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева отметила, что парламентское сотрудничество между регионами России крайне важно и необходимо. Во-первых, очень серьезные задачи, сформулированные президентом Российской Федерации и в послании Федеральному собранию, в майских указах 2018 года. И вот как реализовываются те задачи, которые были поставлены в разных субъектах, это очень важно. Это тот опыт, который позволяет интенсифицировать не только законотворческую работу, но и в целом развитие того или иного субъекта. После церемонии подписания соглашения парламентарии обменялись подарками и продолжили обсуждение совместной работы.